Всем привет, друзья! С вами магазин «Инструменталка», и сегодня мы поговорим о распылителях. Многие из вас просили привезти действительно качественный и мощный краскопульт на аккумуляторе, который позволяет работать без привязки к проводам, так как это не всегда бывает очень удобно, особенно это актуально для тех строителей, которые занимаются безвоздушной покраской, так как в труднодоступных местах нецелесообразно ее использовать и требуется портативное решение. Вашему вниманию представляю краскопульт Простомер, аккумуляторный. В комплект поставки у нас входит набор ДЮС, прибор для измерения вязкости, кто не знал, прежде чем заливать покраску, краску, соответственно, в этот баллон нужно измерить вязкость. Если текучесть есть через этот сосуд, то, соответственно, такую краску для данного краскопульта можно использовать. Для каждого краскопульта свой, соответственно, прибор. Также зарядное устройство, аккумулятор и сам, собственно, краскопульт. Краскопульт выполнен очень качественно. Это редкий представитель китайских краскопультов, у которого установлен не щеточный двигатель, как обычно, а бесщеточный мощный двигатель. Как мы видим, мощность достаточная. Здесь китайцы поработали и сделали ряд улучшений. В частности, мы можем регулировать подачу краски. Также есть регулировка вертикальной и горизонтальной распыл. И кроме того, мы можем подрегулировать степень нажатия. Несмотря на то, что имеется небольшой люфт, ничего в этом критичного нет. Это сделано в большинстве краскопультов. К примеру, вот мой сетевой краскопульт, которым я пользуюсь сам, который также довольно-таки хорошо помогает. И как мы видим, почти все перекочевало отсюда к этому краскопульту. Появились только доработки, которые позволяют его более комфортно использовать. В частности, это более удобная регулировка, которая позволяет менять напыл. Здесь же она более тугая и неудобная. По мощности они сопоставимы, хотя мощность данного краскопульта составляет сетевого 1600 Вт. Единственная особенность краскопульта Простомер является то, что прежде чем начинать покраску, нужно дать выйти краскопульту на рабочие обороты. То есть краскопульт работает с небольшой задержкой. Для чего это нужно? Для того, чтобы напыл был равномерным. Также аккумулятор идет здесь на 2 ампер-часа, он имеет индикацию уровня заряда, и в среднем, по опыту уже ребят, которые, соответственно, покупали его, его хватает где-то на час непрерывной работы, что является рекордным показателем в классе. Это связано с тем, что, в первую очередь, данный краскопульт у нас бесщеточный, поэтому он гораздо меньше расходует имеет меньшее энергопотребление. Двигатель у нас работает на 1000 оборотов в минуту. Вязкость, которой позволяет работать данный краскопульт, это от 30 до 51. То есть для лаков, водоэмульсионных красок, обработки антисептиками, он без проблем подходит. Рекомендую крайне. У меня уже куплено более 15 таких краскопультов. В основном покупали ребята, которые занимаются как раз-таки безвоздушной покраской. И все очень довольны. Поэтому рекомендую приобрести.